сегодня такое знаковое событие, можно в год сказать, да, выпускают рыбу. Скажите, а что за организация, сколько рыбы и как часто вы вообще выпускаете? Заметьте. Знаете, сегодня происходит крайний, так скажем, выпуск на нашском заводе, да, выпускаем 41 300 лосося. Организация «Главрыбвод» в совместной работе с Северо-Западным территориальным управлением, совместной работой с рыбоохраной Кингисеппского района. Ну, все под эгидой происходит Федерального агентства по рыболовству. В общем объеме по госзаданию Нарвский рыбоводный завод в этом году должен выпустить и выпустил вот сегодня последним выпуском 106 тысяч штук молоди лосося. Ваш завод всего в год выпускает? Вообще плановая мощность завода рассчитана на 100 тысяч годовиков покатников, но в условиях оптимизации условий содержания и за счет хороших кормов завод выпускает в пределах 160-180 тысяч штук. Вы выпускаете только на Нарове или еще на каких-то объектах? Нет, только на Нарове, потому что, чтобы для поддержания популяции нарвского лосося, зарабатываем только на Нарове. Вообще происходит и вообще по области везде или у вас только здесь? По области у главрыбвода и у Федерального агентства по рыболовству 5 рыбоводных заводов. Это Нарвский завод, Лужский завод, который стоит на реке Луга, Волховский, Невский завод и Свирский завод.
Выпуски происходят, вот, начиная с апреля месяца, происходит каждую неделю по несколько выпусков. Именно по выпускам госзадания. Плюс как мы уже начали делать выпуски по комиссионным мероприятиям. Это организации, которые наносят вред окружающей среде, они этот вред обязаны компенсировать. И, соответственно, эти выпуски тоже происходят на наших заводах. И выпускаем тоже и лосось, и миногу в счет компенсации, и сега. В данный момент с рядом предприятий они уже обратились в Северо-Западное территориальное управление компенсацию ущерба. Северо-Западное территориальное управление рассматривает их заявки на компенсацию ущерба, которые будут происходить через главрыбвод по данным видам ущерба предприятий. Да? И на территории мы, в принципе, на территории Ленинградской области мы должны компенсировать этот ущерб в едином рыбохозяйственном бассейне. Скажите, пожалуйста, вот такие мероприятия, которые сегодня происходят, насколько они важны вообще для экологии, для водных ресурсов вот, нашего региона вообще России? Ну, это одно из важнейших мероприятий, которое у нас происходит совместно с главрыбводом под нашей эгидой, как уже Максим Александрович говорил перед этим. Потому что если бы не эти мероприятия, то наши водные биоресурсы, наших водоемах, касаемо нашей, да, Ленинградской области, России, они бы просто опустели бы без таких мероприятий, компенсирующих, восстанавливающих водные биоресурсы. А сейчас 100 тысяч выпущено будет за сегодня, да? Ну вот сколько примерно останется? Во-первых, это природный фактор. Во-вторых, это само состояние, да, водных биоресурсов. То есть в данный момент выпуска они все здоровы, все проверены, все крупные. Всего при поддержке Федерального агентства по рыболовству, наделен для на нас функциями, главрыбвод в этом году по северо-западу должен выпустить 2 миллиона 667 тысяч личинок и молоди разных видов рыб для зарыбления по госзаданию наших водоемов для восстановления водных биологических ресурсов. Это по Ленинградской области? Только по Ленинградской области. Uh-huh. Это четкая позиция федерального агентства, и не только федерального агентства, и тем более мы знаем, что сейчас год экологии, и думаю, эта позиция будет дальше продолжаться, восстанавливать биоресурсы нашей окружающей среды, тем более водных бассейнов, нужно, это правильно, и это общая позиция государства в данном вопросе. А ну скажите, а достаточно такого количества рыбы, или может быть... Знаете, с учетом того, когда, какое у нас происходит влияние на окружающую среду, могу сказать от себя, что данного количества рыбы, наверное, недостаточно, но с учетом научных обоснований. Да, то есть, сейчас наши заводы работают на полную мощность, каждый завод выполняет 100% объема, который поручен госзаданием. И впоследствии, с учетом того, какая политика федерального агентства, заводы будут развиваться, заводы будут расширяться, и мощность их будет увеличиваться для воспроизводства биологических ресурсов. Потому что нельзя останавливаться на достигнутом. Позиция руководства, чтобы делать и делать это, и наращивать темпы производства, и темпы восполнения биологических ресурсов.